5 команд, столько же локаций и лишь один победитель. Дети разгадывают загадки, стреляют по мишеням из водного пистолета, пытаются закатить шарик в лунку. Все усилия ради одной цели – разгадать шифр безопасности. Акция направлена на профилактику, на предупреждение детской гибели на пожаре по причине детской шалости с огнем. Бобруйские спасатели приехали в оздоровительный лагерь «Шинник». Для более чем 100 ребят это настоящий праздник и возможность блеснуть знаниями по правилам безопасности. Спасибо, да, сотрудникам МЧС, что они проявляют большое внимание к детям, то, что проводят различные квесты, различного вида соревнования спортивного плана. По итогам квеста определили лучшую команду, остальные участники не повесили нос. Сотрудники МЧС объяснили, победа не главное, всем вручили конфеты и полезные буклеты. Не обошлось и без сюрпризов. Импровизированный фонтан произвел настоящий фурор. Спасатели развернули пожарный рукав и пустили по нему воду. Что еще надо для счастья детям? Очень красиво было и интересно. Фонтан мне очень понравился, было очень классно и круто. Было очень классно, высоко и очень мокро. Игры в режиме онлайн, творческие и спортивные конкурсы, акция «Каникулы без дыма и огня» в разных форматах шагает по стране. Вскоре Тушилкины из Бобруйска навестят воспитанников мечты. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.